Хей, с вами Шимки, и как вы видите, это у нас Бандик де Айсек, Айсек оф де Бандик, типа того. Что я узнал? Помните, мы с вами последний раз проходили мод, который называется... Ой, подожди, мод, в чем я сейчас зашел? Майнкрафт мод, Бандик оф Стив. Так вот, оказывается, есть челленджи, 3 челленджа. Это у нас MC Crafting of the One Way, Bevo of Lag и Sugar Survival. Сахарное выживание, крафтовое что-то от некрафты и какая-то нога. Давайте сыграем в эту какую-то непонятную ногу. Сахарное выживание, скорее всего, мне нужно будет хавчик искать постоянно. Так, сразу, у нас есть здоровый глаз, у нас есть пролетающие сквозь стены снаряды, неплохо, урон 30-ка, самый сок. Так, у нас нету вообще золотых комнат, и у нас есть только путь в ад. Окей. Так, ну у нас есть первые гранаты, то есть у нас будет уже синие сердца. О, живучий гад. Окей, ноль проблемо. Так, как я понимаю, значит, у нас там будет босс с правой стороны. О, счастливая пупи. Очень хорошо, потому что мы нашли много камняшек, и из этих камняшек нам выпало целых 2 монеты. Если смотришь, мы сломали 3 кокульки. Ну, челлендж довольно легкий, потому что мы довольно легко убиваем врагов. О, кокульки. Вот это уже какие-то невезущие кокульки. О, ладно, повезло. Монстроу. Монстр, чего у тебя так много ХП? Изи. Плюс ХП. Найс предмет. Ну, хотя, если будет адская сделка, у нас она по-любому будет, мы с вами сможем замутить ништячковые вещи. Ладно, не потерять сердце. Фух. Вот сейчас мох очень легко потерять. О, все, теперь уже не потеряем. Ну, в какой-то степени. Так, у нас есть ключик. У нас есть 3 ключика. 6 монет. Ну, давайте. Монетка. Ну, в принципе, ключ. То же самое, чтобы если я взорвал ту сторону. Но тут плюс еще и ХП. Ясно. Так, у меня лук замножился, походу.
Активки. Пауков убьем. Ладно. Молодец, он от пуль. Я единственный минус, я не помню, как использовать предметы. Кажется, на Q, да? Натуре. И ничего нету. Вот это очень плохой босс для нашего персонажа сейчас. А, нам дали скорость. Опа-на. Бонд сердца. Неплохо. Ух ты ж, ё-моё. Это ж лавовые слизни. Так, ну у нас так спектральные слезы, но я могу получить еще полет халяву. Халявный. Ну блин, полет. Ладно, давайте не будем использовать, хорошо. Так, а зелье пропадает, да? Прикиньте, у меня осталось зелье. А, ну что, на минуту чем-то работает, обещаю. Великолепно. Изи. А нет. Походу вот это как раз мне и позволяло. Так, походу это проходы к боссу. Погнали вниз. Если ты мне не дашь райскую комнату, я реролю. Надеюсь, никто не против. А вдруг мы еще новых врагов видим? Кустарц. О, стоп, челлендж комната. Херня. Хотя... Херня. To start. Получается, все, да, потрачу? Да, блин. А, стоп, я даже сюда не попаду никак. Ясно. А,
вчера не дали. Короче, надо было сразу брать полет и не ебать себе мозги. Идти по адским комнатам. О, новый блок. Прикольно выглядит. Скорее всего, золотом. Слушайте, хотя мне там как улька выпадала, поэтому... Блин, ладно. Я за тобой вернусь. Что за срыв был? Ладно, что взорвалось. Халям на ключик. Они всегда после себя огонь оставляли. И снова ничего, да? Я везучий, что сказать. Блин. Путаюсь в комнатах. Поднимает скорость. No bad. Джеронимо. Почему все на хилку? Ладно, ну хотя бы шмотку дали халявную. Ага. Сейчас главное не просрать сделку. Я не хочу просто в какой-то степени третий раз. Гад. Можно уже в магазин идти. Плюс speed up. Ясно. Зарнись ты, как ульки. Да. О-о-о. Пенни. Seems good. Еще золото. Very good. Так, давайте я... Сразу возьму сердце и гранату. Блин. Теперь у меня проблемы с гранатами, да? Плохо. Так, подожди. А, мы еще не нашли комнату с боссом. Нашли. Карта World. Сука, и там еще комната секретная. Ай, блядь. Хороший сундук.
Еще халявный айтем. Так, блин, смотрите, нам нужно сделать таким образом. Если будет полет, сразу берем полет. Если мы берем полет, мы открываем сундук, собираем монетки, забираем этот предмет, взрываем там камень, взрываем вот этот ящик. Если еще повезет, нам еще что с него выпадет угодное. Так, Визер, давай пропадай. Я понял. Давай. Все пошло по сраке. Ну что за забег такой, а? О, я еще и карту юзнул. Я не знаю. Мне может повезти, здесь будет еще. Либо я сейчас где-то получу монету халявную. Я могу дабл ол пикапс взять. Все предметы дублируются. А, подожди, это разрушает что у нас? Ладно, похуй. Похуй. Посрать. А есть смысл мне взрывать и туда входить? А, ладно. Все. Я рад. Можно идти. Сделка 50% ангельская. Английская комната попадет, я еще убью ангела, чтобы заполучить ключ. Ох, лучшая комната для меня. Эх, нет. Сейчас это не мое. Дайте мне одну бомбу. Мне нужна лишь одна бомба. Thank you.
какуляк, сколько какуляк. Просто опа-опа-опа. Так, монетки у меня тоже сдвоены, это тоже хорошо. У меня есть две бомбы. Теперь мы в бомбах не будем нуждаться. Что мы сейчас делаем? Во-первых, мы идем в правую сторону. Ключи мне не всрались пока что. А вот бомбу я бы забрал. Две тратим, шесть получаем. Вот теперь можно и в дуэлику сыграть. Сделку я не хочу ломать, поэтому да. Я могу в магазин зайти. В принципе, почему бы нет? Что-то халявное. Батарейка, да? Давай, чтобы сделку не испортить. Сука, я ж тогда не узнаю, что я буду подбирать. Черт. Очень плохо сейчас. Так, пауки, сохраняйтесь. Ой, бля. И что это? Давай правое. Охуенные предметы. Чисто аллилуйя, аллилуйя. Я то пройду без проблем. О, а я ангела не взорвал, ёб твою. Найс. Просто отлично. Жопа. Нахера мне батарейки? У меня до хера предметов на уменьшение заряда, однако у меня нету активки вообще никакой.
Хорошо. Так, у меня, в принципе, ключей много, поэтому я не буду жадничать. Сразу открою, посмотрю, что здесь. Еще. Комнаты сами поменялись. А, мне не жалко, я взорву. Подожди, хотите сказать, что есть какой-то предмет секретный? Ага, ты еще и не поменял мне? Так, сердце по-любому возьму и все, в принципе. Пойдемте на босса. Ладно, идемте далее. Это ж насколько мне даже не вести, что у меня только упала голова и все. Завить забег. Я не знаю, что делать. Вот честно. В душе не чаю. Просто неразрушимое дерьмо. Бессмертное дерьмо. Ху-ху-ху. Дай мне хоть камень. Я думал, рок выпадет на плюс один, и мне как раз умножится, будет два урона. Да, можно, в принципе. Хорошая вещь. Классно, активка. Вот это зелье очень хорошее. Чем оно полезное и хорошее, узнаете попозже немножко. Но его лучше продержать на босса. Угу. То есть хочешь пройти, проходи, да? О, мясо, как ты меня спасло? Так, подожди, это на что хотя бы? Дип один, да? Ага. Ага.
Хорошо, секретка, да? О, ключи. У нас уже... Ой-ой-ой-ой. У него что-то, что-то полезное. Чисто 5%. Этих у меня дохерища. Взрывчатки. В прошлой серии... Ну, в прошлой серии. В прошлый забег и взрывчатки им было, типа... Теперь это. Сойдет. Везет на сердца, я смотрю. Все, мы фул хп, считайте. О, братики. Ну, спасибо на том, что хотя бы открыли мне двери. Водичка. Это типа, чтобы я обливался всем, чем можно, да? У меня и монашка течет, и этот протекает потом фляга. Классно. Классно, классно, классно. Нам теперь магазин по-любому нужен. Чисто ради бомб. Это дает защитку на хуй в эту его, да? Подожди, а сколько там заряда? А, тоже 3. Защита или урон? Да пускай будет урон. Мне урона как раз не хватает. Подожди, ну это была библиотека. А нам библиотека не так уж и важна. Не помню, что она дает.
там написано путешествие какое-то. Я монеты слышал, потом я их забрал. А, все, тут уже нихера не будет. Эти монеты запихну. Куда эти монеты засуну? Пиздец. А, давай. И ключей до хера. Всего до хера. Ладно, зато сейчас босса быстро покажу, как надо. А это не то зелье. Что делает глаз? Все, а теперь нужно желательно бы книгу мне. Мне дохерейше. Ой-ой-ой-ой. Так, искать здесь вообще нечего, поэтому желательно просто уходить отсюда. Желательно сейчас искать просто выход. Так, букворм. А, то не считается как за книгу. Значит, это плохо. Это значительно плохо. Так, ну по идее должен идти правильно. Почему бы нет? Точно, понял. Плюс урон. Если слезы будут дублироваться еще за счет. Но если сравнивать, что вот так может происходить. Будет.
просто забегаешь, сразу зажимаешь. Урон не уменьшенный, поэтому... А ты молодец, чувак. Запульнул так запульнул, мне жучка. Но это... Ладно, пойдем сюда сразу. Скорее всего, там кубик рубит, да. Нечто. Меч Серафима. Мне еще меч дали. Жесть. Давайте. Сердце было там, было сердечко там. Что, на Хаша пойти? Нахер надо. Блин, еще знаете, желательно найти где-то предмет попрыгунчик вообще в литым бой. Блин, а вот это уже плохо. Так, синее сердце. Да, синее сердце. Можно попытаться на секретку. Сойдет. Ключей много. Найс, все, поехали.
давайте Джокера сразу используем. Джокер. Изи. Изи. Вообще найс. Супер найс. Теперь у меня еще каждую комнату защита. Поехали. Ну, слушайте, лишь один плохой сундук. Так, тролл с бомбой я не буду брать. Так, хорошо, пока не везет. Цветные шарики. Что, пойдемте на босса? Упс, забыл. Дракон. Воу. Улетел наш дракон. Ну что? Вот и весь челлендж. Вы видели новый босс? А вот мне интересно, если я дойду до сатаны, то будет херабрит? Это у нас был челлендж Beware of Lag. Ну что, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.